по-русски. Ну, я гардемарины люблю смотреть, с удовольствием всегда. Такой позитив всегда получаешь. Ой, Сережа, ты говоришь чушь. В банях моются. 3 раза в неделю? Не смеши меня. Советский фильм «Гараж». Вытащите эту бумажку, счастливый вы наш. Очень классно сыграла актеров и очень классно так все поставлено, что в одном помещении разворачиваются такие события классные и очень веселые. Да, поэтому мне очень нравится. Очень, очень душевное кино. Ну, брат. Алло, Даня, ну, брат, ты даешь. Ты где пропал-то, а? Постоянно могу пересматривать с удовольствием, потому что по-новому всегда оцениваешь те события, которые происходили, которые предшествовали, которые сейчас происходят через призму тех 20 лет, которые прошли через него. Ну и многие вещи пророческими даже выглядят. Ой, ну это, наверное, которые новогодние фильмы идут, там, с легким паром, еще какие там «Слезам Испа мне верит». Как долго я тебя искала. Восемь дней. Либо «Последний богатырь». Вот детские фильмы тоже есть. Очень-очень хороший фильм. «Белое солнце пустыни» раз, поскольку я связан с космонавтикой. Хочешь, мы заплатим золотом? Я мзду не беру. Мне за державу обидно. Ну и, наверное, что еще? Ну, несколько еще фильмов советских. 2 режиссера, как минимум, Параджанов и Тарковский. «Тени забытых предков» и «Зеркало». А как же «Палата номер 6»? Так это же он все выдумал, сочинил. Ну, потому что это классика нашего кинематографа и мирового в том числе. Мне нравится фильм «С легким паром». Но как вы вышли оттуда, вы должны были помнить. Да, да, помнить должен. Но я не помню. Потому что, ну, настроение поднимает. И вообще, наши русские фильмы очень такие познавательные больше, интересные. «Легенда 17», вот вообще суперфильм. Твой номер 17-й. Его весь мир знает. Согласна, с Яной тоже смотрела несколько раз. Из последних то, что. Вот. «Адмирал» мне нравится еще. Про военный фильм я не смотрела. Вот мне нравится советский фильм про Фросю Бурлакову. Допустим, ты выиграешь в лотерею «Великолепный рояль». Разве тогда ты станешь пианисткой? Разве выиграешь? Нет, я говорю, если выиграешь. Ни почем не выиграешь. Мы с мамкой взяли 2 билета. Ничего не выиграли. Так лучше бы нашему Мишке расческу купили. Дремучая ты девица, Бурлакова, трудно с тобой разговаривать. Очень такой позитивный, вы знаете, когда его смотришь, у тебя поднимается настроение. И ты поражаешься, какие люди были в советское время.